Прошел первый день соревнований у любителей. Много интересного, очень много интересного. Я заметил, во-первых, что правила NPC и руководство вообще судейской линии у американцев резко отличается от того, что мы привыкли видеть в Европе. Это еще предстоит определенное осмысление всего этого. Для того, чтобы наши уважаемые читатели и слушатели канала East Labs вникли в ситуацию и поняли, о чем я говорю. Вообще же в целом по сегодняшнему дню есть как всплеск положительных эмоций, есть и определенное разочарование. Разочарование прежде всего в том, что значит, наши классики остались реально без призовых мест. Хотя, в принципе, совершенно уверенно можно было считать, что Шаев претендовал на одну из трех медалей. Получилось так, что он занял только 4-е место. Объяснений на сегодняшний день этому нет. Дальше, значит, бикини. Бикини девчонки откровенно в большинстве своем всех порадовали. Практически все наши девочки оказались в топ-10 и будут выступать в субботу в финале. Есть еще девчонки, которые в категориях борются за призовые места. Скорее всего, я даже не могу сказать сейчас, какое будет распределение, но, по-моему, если это сказать потому, что я вижу, то случится так, что результаты сегодняшнего дня останутся результатами финала на субботу, автоматически просто перенесутся. Кто какое место займет, гадать сейчас не буду. Сейчас попытаюсь это дело описать, выложить на сайте соответствующую информацию, чтобы было всем понятно, о чем я, о ком идет речь. Значит, фитнес. Фитнес меня лично порадовал. В каком виде? Оксана меня порадовала, арабец, команда Украины. Ну, я как бы не различаю Украину, Россию. Вот. Меня она порадовала. Аурика Тергале тоже будет в финале, я гарантирую. Бодифитнес. Вообще упрощенная система судейства. Значит, но хочу сказать, что вкус главного судьи, который сел за место Павла Филиборна и представляет NPC, практически с моим вкусом совпадает на 100%. Все 6 категорий бодифитнеса, все с удовольствием наблюдал. Ни одной записки судейской на сравнение не было послано. Тем не менее, после первых же выходов, там, пятерок, шестерок, семерок, восьмерок, первое, второе, третье сравнение, все, ну, я поражаюсь тому, как, ну что, короче, нужно все это писать, значит, переосмысливать и делать определенные выводы всем, и участникам, и нашим судьям, и тем, кто, значит, занимается просто поддержкой фитнес-индустрии. Всем спасибо.